Что? Антимаг. Бери антимага, выигрывай доту. О, Дэнди на Shadow Fiend. Окей. Начинаем запись. Поехали. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер. С вами по-прежнему Киберарена. И у нас очередная игра турнира Премьер Лиг. Премьер Лиг. Встреча таких команд, как ДД и Нави. Команды Пики, точнее. И кто на ком играет. Смотрим. Angel, Darkseer, Mania, Shaker, Link на антимаге, Риз на Дазл и Мигель на Виндранер, друзья. Команда Нави, Денди на СФе, Пупей, Тайдхантер, Смайл на Виномантере, Хвост на Винге, что понравилось играть Хвосту на Винге, и Лост играет на Фурионе. Вот такие дела. И еще хочу сказать, что после игры, наверное, устроим какой-то небольшой розыгрыш ключиков от Dota 2. Не знаю, сколько их там будет. Мне Фейнтраш не сказал. Спрашивайте у него, он там сейчас ответит. Говорят, исправь бо 1. Да. Точно, точно, точно. У нас же бо 2. Бо 12 хотел написать. Вот, все. Теперь все должно быть нормально. Бо 2, счет 1-0. Все в порядке. Такс. Стоят, ждут Вардуна. Где Вардун? Вот он, Вардун. Маня. Только заметил. Боже, как зубы торчат у Тайдхантера. Если вы это видите, так не знаю почему, но меня это улыбает просто дико. Ерша мне напоминает. Ерш, ерш. Вот, все. Так, что тут у нас? Ага, понятно. Кстати, фарми пеньков, выигрывай доту. Вот это святая истина. Экспа 15 голды, что может быть? Иди сюда. Вот Линк это знает. Линк шарит. Опа, маня. Ловят, ловят здесь маню. Виномантер слишком далеко находится. Сейчас будет падать. Да попадает ведь даггером здесь Смайлуха. Завози ФБ. ФБ, Пупею опять достается. Тут еще второго будут пытаться забрать. Мигель, Мигель отбирает все-таки хвоста у Нави. Но Смайлуха продолжает быковать. Блин, там Смайл просто падая от фиссуры в полете залепил даггер. Отлично попал. Винга уже здесь. Хвостецкий готов разбивать лицо Мигелю. Что тут на топе находит реген? Хорошо. Виномантер забирает регенчик. Оба, тут уже начинает резать ласта. Такой типа подхил поддамажить, но слишком далеко. А что здесь внизу? А внизу у нас Angel против Dendy. Dendy и Angel, Angel и Dendy. Очень, кстати, интересно, кто здесь кого оформит. Сейчас можно... Ой, нет, не будем пока ничего смотреть. Тут просто заход идет от команды Na'Vi, Пупей и Смайлуха. Сейчас будут опять пытаться убить Мигеля. И Мигель вот сейчас со ступеньки соступит, и все, и до свидания ж, друг. Сейчас только-только увидит его хвост где-то здесь, и все, и отъедет. Смотрите. Опа! Риз! Риз! Фурион делает ТП сюда, промахивается в этот раз даггером Смайл и отступают, да. Отступают ребята, понимают, что не по шансам. Там первый левел Риз знает, что у него есть хил. Хил нормально там пробивает. Ведь Смайл, посмотрите, лоу ХП подрезает его антимаг. И Пупей тут уходит. Ну, Пупей-то уйдет, да, он замазывается баночкой. Линк сразу же на разворот. Лост увел крипов. Дэнди терпит. Терпит здесь Дэнди. Отсчита, фиссура залетает. И это минус. Дэнди будет. Даггер откидывает Смайлуха. Разменивает одного. Еще Маня тоже без маны. Вот самое отличительное то, что у Мани нету маны. Это по-любому будет фраг для Смайла. Но убили Дэндика. Вот это неприятная тема. Хотя бежит, бежит, друг. Да ладно. Неужели уйдет? Вы чего? Вот это лол. 290. 300. Понял. Дарксир. Опа. Иди сюда, родной. По одному подходи. Хорошо, нарезает. А Дарксир уже пути назад нету. Просто поймает 2 кила. Начинает быковать на Дэнди. Нету вакуума. И минус. Дарксир. Хорошо, здесь развели. Но он тоже понимал, что если он начнет убегать, если он начнет убегать, то отлетит от кайлов Дэнди. Все, понятно. Пупей.
Нет, меня больше интересует на самом деле хвост. Хвоста 600 голды. Мигель тем временем... А, Мигель сейчас с бутылочкой и с инвизом в баночке. Понятно. Лост все так же на линии с Базилиусом против Линка. Можно подрезать здесь Линка неплохо так. С ручки пинать. Там идет, конечно, блок от щита бедного мужика, но, тем не менее, лучше харасить, чем не харасить вообще. Так, что тут у Дэндика? Ой, у Дэндика все не очень хорошо, хотя нет, летит курица. А, в курице вот, ботинок и ботл. Если это все Дэндика, то тогда у него все более-менее ровно. Вард стоит. Вот это Вард, кстати, именно от команды ДД. У Нави только вот один лайн вард я вижу, и все. Больше на карте вардов украинских я не замечаю. Invisibility активирует Windrunner. И теперь тут рядышком Маня, может быть, что-то и попробуют организовать. А тут Смоке! Такой сейчас будет провал, если ВР-ка спалит. Нет, ВР-ка просто уходит на нижнюю линию гангировать Дэнди. А ведь и на нижнюю линию идет Пупей. Если вниз, то это будет такой сейчас провал для ДД. Если Дэнди, конечно, успеет пережить всю эту машину. Да, вот, начинается атака, шиклшоти от Дэнди, но тут уже рядышком Тайтхантер и Смайлуха тоже здесь. Хорошо начинают пинать Дэнди уходит, лоу хп, отличный деревья от Фуриона, минус один и минус второй, иди сюда, завози. Отлично засейвили здесь Дэндика, не дали в обиду своего товарища Нави. И затащили, еще и тангусов ему дали, вообще разбаловали Дэндика. Минус тауэр. Шестая минута вот только пошла. Уже вышка одна отлетает. Хорошо. На топе что там у Нави? На топе, я тут хотел сказать, уже почти битая. Нет, она на самом деле вообще фловая. Вот в чем дело. Линк уже с Ring of Hells. Мансует Линк. Мания пока что ничего особо интересного не демонстрирует. Вот самое обидное, то что есть шейкер. А толкового ничего пока что от шейкера мы не видели. Самое противное. А, вот еще где есть вард у Нави. Вот он вард. Заныкался. И ласта тут немножко присанул дазл. Дазла грейв на 2. Шарит пацан. Лост, я так понимаю, ждет врыва или что-то в этом духе. Хотя вот шестой уровень у Фуриона не помешал бы далеко. Не помешал бы. Вот так вот. Контроль крипов выигрывает доту. Хорошо. Хвост. С вандом. С тапочком. Мигель. Я думал, уже Мигель сейчас будет пытаться прошить или еще что-то в этом духе. Вот Мания на самом деле тут в роли страхующего сейчас находится. То есть как только будут Мигеля начинать убивать, сразу же там залетит какая-то фиссурка в табло одному или даже двум игрокам. Команда Radiant. И они, типа, должны отстать. Вот сейчас у Энджела могли бы возникнуть проблемы. Вот Смайлуха тут заныкался. У Смайлухи мы обращаем внимание в очередной раз. Макшин и Даггер. То есть варды он не особо сильно любит. Ага. Ок. Ок, да. Что здесь? У Риза-то... Пауэршотик очередной. А, вот. Shadow Wave, хилочка, да. Shallow Grave. Как там? Спокойная могила вроде бы переводится. Что-то в этом духе. Опача! Свапчик залетает. Тут уже... И лос прилетает. Здесь моментально шекл откидывается. Но фраг все-таки ласту достается. Фиссурка прилетела хорошая. Тайда обрезали. Но этого было явно недостаточно, потому что там еще и лост был. Angel. У Angel, кстати, там вот третий Iron Shell, и он бьет очень неплохо. Посмотрите, Дэндик. Хотя не так уж и много, тут 200, 150 хп где-то всего лишь потерял. Но все равно, учитывая то, что он контактировал с крипом фактически там пару секунд, это много. Lost. Кстати, Линк, посмотрите, выжег всю ману у ласта.
и тот вынужден будет, возможно, пойти как-то на базу порегенить, либо принести себе какую-то Clarity Potion. Потому что он просто пустой сейчас будет стоять тут на линии. Линк будет нагло подходить и подрезать его постоянно. Да, тут пока что Angel немножко втерпел. Смайлуха ворвался, собственно, помог Дэндику. Дэнди там 23 души. А, третья только некромантия, понятно тогда. Тогда все нормально. О, заходит Пупей сейчас сзади. Иди сюда, свап, какой четкий свап вообще. И Винге достается фраг. Я думал, Дэнди на самом деле кайлом загребет здесь пацана, но нет. Фраг достался именно хвосту. Вышка улетает. Маня, пятый уровень, шестого нету, да, эхослэма нету, дефа нету, по сути. Вот только фисурку откинул, мол, я здесь, и сразу же за ним выехал Смайлуха. Тут же и Фурион у нас сразу нарисовался, спалил здесь Маню. Маню сейчас должен ставить деревья, деревья есть. У, Маня прогрызает. Бобер Маня, но нет, умирает. И палка выпала. Тубус уронил, пацан. Дэнди пока вообще у нас вроде бы без фрагов, кстати. Сколько там у Дэнди? Нет, 1-1. 5 ассистов у Дэнди. 5 ассистов. Нормально. Да жить захочешь, не только деревья будешь прогрызать. Вы чё? Там... Воля... Как там называется? Инстинкт выживания, вот, точно. Так, что там Смайлуха будет себе закупать? Вот это меня пока больше всего интересует. Вероятно, будет какой-то пайп. Без пайпа тут будет туговато. Откровенно скажем, что без пайпа тут будут вафли. Потому что куча магического урона. Это и Дарксир, и Шейкер, и Дазл. Много всего. Что здесь? Внизу, кстати... А, вот, только-только... Портается сюда у нас Смайл. Да, вот собрал себе хедреску. Зачатки пайпа, скажем так. И Пупей. Вот, кстати, двое стоят и вообще не быкуют. В принципе, у них здесь есть варта, не видят всевозможные подходы, что здесь тоже никого нету. Учитывая то, что ночь типа здесь вижена не должно быть, но он есть у команды ДД. Вот он шеклшот, пауэршотик, хорошо. Ну вот Маня опять же Маня не слишком быкует. Хотя у Тайтхантера все равно есть Ревейдж. И если что, он сможет быкануть. И вот кажется, сейчас будут именно с этим расчетом действовать на Ви. Нет, просто пришел Дэнди типа фармить в мид. А в это время Лост уходит у нас опять на топ. У Линка тем временем есть Персеверенс. Клацает ПТ. Окей. Блин, к Дайгеру Дэнди появляется. Вот оно что. Вот оно как, Михалыч. Ну, смотрите, вот то, про что я говорил, Лост, в принципе, пустой практически все время находится. Он успел там закинуть ульту, и все, на этом халява закончилась. Тем временем здесь Энджел. Энджела свапают, минус делает Смайл. Отлично. Отлично. Маня. Маня по-прежнему стоит. Хоть пойди шестой уровень получи, что ли. Идет обход сейчас от Пупея. И вышку забрали. И Пупею тут вообще не самый лучший вариант так мансовать. Да, еще, кстати, яд откинул. Яд там, наверное, второй. Нет, первый только яд. А еще есть Уив. Как думаешь, кто выиграет, спрашивает? Но мне кажется, все-таки, что Нави выиграют. Они как-то поувереннее здесь выглядят. Да и Шейкер пока себя особо не оправдывает. Хотя еще не было таких серьезных драк с участием ЕСа. Выбирает. Как бы положить на этого Смайла. Вот сейчас пошел вакуум, шиклшот. Хорошо, можно прицелиться, положить. Отлично положил, ведь фиссуринку отрезал еще из DC хвоста. Риз, лоу хп остается. Шелл Грейв кидает на себя. Да, вспоминал я, как называется этот скилл. Но не так уж и важно. Тут уже у нас нарисовался Линк. Линк уже подрезает Фуриона. Минус Фурион. Посмотрите, что он вытворяет. Пока что размен 2 в 2. Кто у нас здесь? Здесь у нас Дэнди. Дэнди с даггером. Регенчик выпил. Хорошо. Пошел дальше быковать. Вроде все нормально. Но Дэнди все вообще отлично. Есть даггер, 30 душ, алтимейт на готове. Все шикарно, короче. То есть главное, чтобы сейчас хорошо Пупей заюзал свой ревейдж. И тогда будет ГГББ. Ну, то есть расчет какой? Стоят враги. Пупей говорит, я ультую. Дэнди врывается на место, где враги стоят, ультует, и они умирают. Как бы так. Как-то так. По плану, по идее.
Кстати, у хвоста здесь тоже определенные трудности с линком. Может, этот маноберн, он просто имбовый. 64 маны с удара. Начальная средняя стадия игры — это просто разнос. Ой-ой-ой. Ревейдж! Иди сюда, Дэнди! Ну, неправильный выбор был изначально от Дэндика. Что-то он не так нажал. Возможно, мисклик. Возможно, не знаю, перенервничал или еще что-то. Ультанул. Хорошо. Маня, маня, маня. Лог ЭП ушел! Маня! И не убили никого здесь. Изначально должен был Дэнди юзать ульт. Как-то действительно плохо получилось. Может, не поняли друг друга, я не знаю. Короче, плохой момент для Нави. Пишут, жду масс ха-ха в мерке. Не знаю. И Таур умирает в миде от Нави. Винга, кстати, посмотрите, дэмэдж дилер нарисовался у нас. Ой, еще и Дэнди подтянулся. Фиссуренка. Дэнди заходит. Дэнди здесь. Койл один пошел. Второй койл хорошо задувает здесь сразу же Шейкера. Шейкер толком даже сделать ничего не успел, бедняжечка. Ах, шиклшотом не привязали. Стяжечка. Все, все разбежались. Кажется, все разбежались, да. Точнее, гонятся, гонятся здесь за Ризом, но Риз уходит. Безусловно, да, делает тэп-аут. Сваливает в миде, остаются у нас Мигель и Энджел. Нави направляются просто в их сторону. Уверенным шагом 5 пацанов идут в сторону Таура. И, понятное дело, все разбежались. Несмотря на то, что Таур вроде бы и второго тира. Вроде сильный, но не настолько мощный, чтобы остановить команду Нави. Да, и Дэнди уходит вниз. Точнее, наверх, прошу прощения, фармить крипов. И фармить себе что? БКБ, наверное. Хотя есть дайгер. Не, ну БКБ все равно нужно. БКБ полезная тема. Что-то там про силу антимага вспоминали. Силушку богатырскую. Ну вот антимага уже есть. Батлфури. 300 голды. И сейчас у него фарм пойдет вообще просто на 5 с плюсом. Так что не соврать. И будет сложно драться с антимагом. Как по мне. Так, Каспер, ты видел сегодня Дэнди на SF 48 на 2 в пабе? 4 рэмпейджа подряд. Это где-то там с Дарксиром каким-то жестким, что ли? Потому что 4 рэмпейджа на SF вряд ли получится сделать в соло. Но вообще забавно. Вот сейчас СК играют против него. Экс-СК, опять извиняюсь за то, что я их так называю. Но пока что что-то не очень получается. Вышка достается Дэнди. Окей. А кто у нас подтягивается? Вот сразу, смотрите, палят вардом здесь хвоста. И отходят, отходят в сторону ДД. Несмотря на то, что тут их много, а хвост один. Все равно они отходят. У Мигеля вроде бы все есть. Шиклшоты, пауэршоты. У Мани бы уже скорее аркана буцы появились. 7-й уровень. 4-я фиссурка нормально бьет. Фурион уже на топе появляется. У Пупея, кстати, уже есть Ревейдж. Плюнул в Мигеля. И все ждут. Дэнди тут уже дагер свой наточил для того, чтобы врываться. У Тайтхандера нету дагера, то есть не получится какую-то моментальную инициацию организовать. Но все же очень опасно. Да, и понимают это ДД, отходят от Т2 Таура, дают время антимагу что-то сделать. А что у нас будет делать антимаг? Вопрос на засыпку. Антимаг тем временем подрезает Т2 Тауэр на топе. Хотели типа разменяться. Дэнди такой просто в роли пугача сейчас выступал. На самом деле он ничего абсолютно не мог сделать там АЭМу. Но тот убежал. Испугался и убежал. Фармить себе в лесу. Такие вот дела. Так, опа, Мигель опять здесь треет. Да, кстати, давайте посмотрим, что там. Дарксир, Дарксир, кстати, Shadow Wave первого уровня пока что. Хила особо нету, и КД вроде бы. Да, КД большой, еще 12 секунд. Дофига, на самом деле. Так, 140 хила, 5 целей. Да, это огромное количество. 900 дэмэджа, если вы находитесь между 5 целями, вы получаете 900 дамага. Как вам такая тема? Тут.
Так, что здесь? 700, 700, фу ты, что-то я затупил. Опа, профит забрал. Ой, а профит тут, смотрите, сам-то очень битый. Еле-еле смылся с Мидасом, да, товарищ. Хвост с форстафом по дефолту. Поймал фиссуринку. Дазл, а не Дарксир. Ну, дазл, да. Я думаю, вы поняли, о чем я хотел сказать. Да я просто сейчас немножко задумался над тем, что же должны делать ДД. Что же должны делать ДД и как будет вообще их антимаг вытаскивать. Оперативы не хватает. Все обрабатывать. Где у нас Фурион? Вот он, Фурион. Хорошо, залетели пеньки. Пауэршотик. Пупей начинает быковать. Понимает свою мощь Пупей. Вот пассивка на один, обратите внимание. То, про что мы говорили с Дубасом. Максить пассивку нет никакого смысла. Хотя вот и Анхор Смэш на всего лишь на 2. Ну, опять же, Анхор Смэш на 4, мне кажется, больше решает. По деньгам. По деньгам пока что на Ви впереди на 5000, но это немного. Это немного. Как бы это вроде бы солидная сумма с одной стороны, а с другой стороны уже идет 20-я минута игры, и на пятерых 5000, как бы действительно не слишком большая сумма. Хотя, например, может это Dagger Dendy. Кстати, у Dendy уже почти есть БКБ. Сейчас они забирают Рошана, если у Dendy уже есть БКБ. Да, у Dendy есть БКБ. Дарксир ставит стеночку. Стяжка непонятно какая-то вообще. Что-то непонятное только что сделал Дарксир. Линку нужно отсюда сваливать по-хорошему. Хорошо, попадает здесь Ревейдж неплохой. Прям крюком разбил лицо Тайтхантер. Бедный Виндранер. И еще и Энджел здесь триет. Иди сюда. Один за одним рассыпаются. Один за одним рассыпаются игроки ДД. И это минус два. Опять же, на ровном месте. Линк, ну что ты? Что это вообще такое? Линк просто пришел и фиданул. Линк пришел и фиданул. Да-да-да. Опа. Здесь сразу же минус линия, судя по всему. Без антимага будет сложно задефить, учитывая то, что сколько тут трентов вообще. Сколько тут всего. ДПС идет действительно большой. Мигель. Тоже типа форстав себе собирает. Дэнди уже здесь ультует. И Койл должен был идти, но нет. Дэнди бежит. А ведь Эхослэм есть у Шейкера. Шейкер заходит. Эхослэм, но в БКБ уходит. Манеш и Грейв кидают на развороте. Фиссуринку положил. Есть фиссуринка на развороте. Хорошо, послушный Маня. Но там уже даблкил, кстати, от антимага. Линк продолжает нарезать. Да, лу, хп, Пупей. Пупею некуда деваться. Закрыли его здесь. Но Линк прыгает именно за ластом. Обратите внимание. Да, гонит ласта. Лост шифруется. Пытался, точнее, шифроваться. Да, не получилось это сделать. Дазл там подрезал Тайтхантера. А Линк тем временем оформил себе трипл килл. И линия стоит. Бараки стоят. Вот что самое главное. Линию не потеряли ДД. Линк сейчас как отъестся. А у него уже манта есть. Ну, точнее, Яша уже есть. И 650 голды до манты. Это вообще копейки. Это уже очень интересно. Да, Шеллоу Грейв-то нормальный был на самом деле на ЕСа. Вот тут еще успел откинуть фиссурку, и в него там дамаги кучу залили, которую могли залить в любого другого из игроков команды ДД. То есть все было очень четко сделано. ТП на Тауэра, Тайтхантера, минус Тауэр делает антимаг, сразу же уходит шеклшотом, привязывая здесь Пупея. Посмотрите, если Линк здесь остался, мог бы еще подрезать. Стан залетает в Линка. Линк сразу же уходит. Сразу же уходит. Свапают его. О, вот это было мощно. И уходит отсюда Линк. Фурион уже здесь. Шлоу Грейв закидывает. Там стан еще один очередной. И Линк все равно уходит, да. Такое преследование. Most Wanted. Что там? Когда он купит себе уже мантастайл и начнет аннигилировать всех и вся. Вот у Мигеля там почти форстаф есть. Но все равно это не слишком много. А Нави продолжают давить. Обратите внимание, у Шейкера нету до сих пор алтимейта. Барак бьют. Шекл. Пауэршотик. Барак умрет здесь. Маня, 20 секунд. 20 секунд до ульта.
Да, Барак умер, Нави ушли. Вот все правильно сделали. Хороший ход с их стороны. Как знали, что именно так нужно поступить. Минус линия, и все разбежались. Линк. Да, у Линка уже манта стайл. Что, осталось дело только за Тараской. Потому что 1150 хп далеко не самый лучший гандикап. 1300, да, когда ПТ на силу. Просто дело в том, что пусть хотя бы себе Виталити бустер купит, тогда сможет нормально нарезать. Пока что Линк все равно достаточно сладкая мишень для Нави. А Нави идут тушить нижнюю линию. Они в курсе, что антимаг расформится, он им навешает. Понимают, что времени терять нельзя. Ни секунды. СФ тоже себе собирает мантастайл. И СФ тоже очень четко катит, учитывая то, что это рейндж-герой. Опа, инвизибилити. Тайтхантер с даггером. Очень важный момент сейчас для команды Нави. Очень важный, чрезвычайно важный. Дэнди сейчас палит всю эту контору, видит, где они стоят. Если бы сейчас был даггер конкретно в этот момент. Вот он, даггер, хорошо врывается. И прокаст от Дэндика. Да что ты будешь делать? Минус 3 сразу же делают Натус Винцере. Иди сюда, Энджел. Энджел убегает. Убегает на лоу хп. Да, забить на этого Энджела. Идти пушить линию. Вот это был врыв. Вот это было круто сделано. Минус линия, что ли? Еще одна. Там у КВМ... Ой, у КВМ. Что-то вижу Шейкера, сразу сказал КВМ. У Мани есть уже ульт, но вышка может отлететь. Да, вот он. Шейкер появился. Дазл появился. Глифа. Глифа нету. 30 секунд до глифа еще. Нужно выдержать эту атаку. Просто потеряют вторую линию. Да, теряют вторую линию ДД. Опа-ча! Но дамаги очень мало. Да, посмотрите, Линк под мантой сразу же начинает вгрызаться в тушку лоста. Но лост не пальцем деланный, дружаня. Линк. Линк подрезает. Доминейтинг уже у Линка. Ловит гаш. И уходит. Еще и урну сверху поймал. Кстати, может сейчас умереть от урны. Да ладно, умрет от урны. Ай, хорош. Хорош, антимаг выкупается сразу же. Стоят бараки. Еще и немножечко стоит. Немножечко еще стоит у барака, скажем так. Дэнди. Добьет барак ведь или нет? Да, все-таки убивает одного, включает БКБ, сразу же уходит, уходит. Линка, можно попытаться добить на развороте. Ай-яй-яй-яй-яй. Линк все-таки добежал до Дэнди. Дэнди умирает, но у Линка тоже мало здоровья. Еще и Тайтхантер умирает. И как подрезает вообще Линка от хвост? Еще одну тысячку. Нет, там стан от мани. Трипл килл от антимага. Стан от мани зарешал. Антимаг бы сейчас умер, не было времени даже на байбек. Сидел бы, тусовался кучу времени. А так он выжил и 1700 еще имеет. Но минус вторая линия для команды ДД. Минус вторая линия. Я просто что говорил. Антимаг, несмотря на то, что он жесткий нарезатор, у него 1480 хп. Он очень тонкий. И убивать его не так уж сложно. Конечно, да, если вы в стане, и он вас режет, это больно. Но если он попадает в стан, то его нарезать еще меньше труда нужно. Конечно, если вы не Кристал Мейден. Так что Линк сейчас будет идти за бустером. Да, бустер. Быстро купил себе бустер. Или сразу Мессершмитт-Ривер будет себе покупать. ТП-шечка. Окей. Денежку смотрим. По денежке Нави все еще впереди на 10 тысяч. 70% маг-резиста, меньше труда. Так, а кто его будет бить спеллами? Тут спеллов-то особо нет. Все спеллы это ульт Тайтхантера и ульт СФа. Да, но еще веник может периодически, да, забегать. Согласен. Но точечных спеллов, которыми именно будут фокусить антимага, в принципе нет. То есть его будут забирать физухой. А физухи там, опять же, 1500 хп. Это немного. Так, Пупей, Шива, возможно, будет. О, так, Дэнни даст Яшей. Хвост. Хекс, возможно. Такс. Так, он ли рукой, и вот этот и убьют, потому что здесь Дэнди 150 дамаги нарезает. Минус армора, уйма. Тут Тайтхантер со своим гашем минус 5. Дэнди со своей пассивкой, сколько оно? Тоже минус 5 армора. То есть там 10 армора слетает. И от антимага остается на самом деле очень-очень мало всего. Если бы еще медалька была, например, у ласта, антимаг бы вообще отъезжал там с 5 ударов.
Ну, в смысле, вся команда ему скинется по три плюшки, и все, и тот отлетит. Хвост, хвост, хвост. Да, Винга еще вейв, точно, совсем забыл. Еще минус 5 армора. Тут типа все. Смотрите, собирается Нави на топ. Опа, таски вылетает. Дэнди, дэнди, дэнди. Сейчас планируем жесткий-жесткий врыв. Вот если сейчас тут кучкануться, хоть чуть-чуть. В смоке Маня, кстати, прячется. Да, там дагер. Вот 11 уровня нету у Мани. Вот этого не хватает очень сильно. И еще не было нормального врыва вообще от Дарксира. Ну, в плане тонкости с Магиной может, наверное, посоревноваться только Вивер. Вот. Вивер еще тоньше. Ну, за счет инвиза, конечно, выруливает. Так же, как Магина за счет блинка. А все остальные поплотнее, наверное, будут. Я имею в виду разных спектр и прочую нечисть. Линк ныряет. Ловит стан. Еще ульт Фуриона. Пупей же здесь. Дэнди раскастовывает. Отлично. Минус 2 сразу же. И Линк умирает. Просто такая отдача. Боже мой. Я бы на месте Мании просто ливал из этой команды. Так отдались глупо только что игроки ДД. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ну все, это ГГ. Нави выигрывают. Нави выигрывают со счетом 2-0 своего врага. Опа, там такой ульт антимага был плотный. Вот если было меньше маны в того, кого он зарядил, там бы минус 3 залетело. Хотя, посмотрите, линию еще не потеряли. Ну, хвост тут все равно сейчас. Ой, вот вам и хекс. И все. Все, до свидания. Вот куча минус армора. Куча минус армора. И с руки запинали бедного антимага. Да-да-да. Туру-ту-ту-тун. Хвостецкий сваливает отсюда. Ну и все. Стяжечка. Где вообще хоть одна стенка от Энджела? Боже, ну что за бред? Стена стянул. Все. Победа. Там СФ, Фурион, там такой ДПС будет залетать. Там Фурион на 140 дэмэджа. Как бы неприятно. Ну просто сколько я сталкиваюсь с Дарксирами, из-за которых действительно огромные проблемы у команды возникают. Вот сейчас забегает Энджел, побегал, щитом на всех поколол. Я вас щитом колол. Ну и все вроде, и разбежались. Да, смотрите, Нави тоже отошли. Видимо, что-то решили там то ли дофармить, то ли просто подождать КД ультов, отрегениться как-то. В общем, восстановить силы. Хвост тут вообще на лоу хп. Да, манта оставил. Я что-то совсем забыл про манту, когда увидел Ultimate Orb. Сказал хекс. Тьфу ты, ё-моё. Я же забыл, хвост именно манта оставил в прошлой игре собирал. Точняк. Рошан появился. Рошан. Без сыра. Пока еще. Там сразу вспомнили команду Fire и Дарксира. Именно вот той команды. Да, там был вообще очень плотный ДС. И от него просто не было спасения. Вообще практически никакого. Он овнил. С Фаигис, да, Монтастайло, Дендика, БКБ, Даггер, все как положено. Не знаю, там еще... Я вообще не знаю, что ему еще нужно для полного счастья. Все остальное он просто не успеет дособирать. Даже если прямо сейчас я что-нибудь закупит. Там пока что в мирке идет пародирование антимага, который влетел на хексы, станы и прочую фигню. Согласен, что это был далеко не самый грамотный маневр с его стороны. Вот залетает сейчас шиклшот, можно этим воспользоваться, пока хвост... Опа, Тайтхантер уже здесь, Энджел, лоу ХП, Энджел ничего опять не успеет сделать. Посмотрите, что там творит Дэнди. Завози, но Линк начинает подрезать очень неплохо. Минус 2 просто с одного ульта делает Линк. Но Дэндика был Aegis of Immortal, сразу пошел подрезать еще Дэндика. Мы видим, что Дэнди на самом деле ничего не может противопоставить антимагу, но антимаг ничего не может противопоставить команде Нави. Мега крипы у Рейдиантов. Все, это победа.
это победа, друзья. Что Фурион тут сейчас ультимы закидывает? Просто додавить массой. Массой давить и все. Линк, хекс. Маня, фиссура. Но мало... Вот опять. Маня влетает круто там. Отлично. На троих, на четверых. Там все по гайду. А вот остальная его команда непонятно чем занимается в этот момент. Дарксир там, например, любит отдаваться на Тайтхантере. Вместе с Дазлом. Вот Дарксир с Дазлом попали под раздачу. Все, вся команда мертвая. Тут за Смайлухой гонялся секунд 20, наверное, у нас антимаг. Что там происходит? Там под фонтаном уже убивают. Ну, хорошо, в общем. Нет, Дэнди минус. Да-да-да. Дэнди отлетает. Тут уже Фуриончик пушит Тауэра. Сейчас еще и Лос здесь отлетит. Мигель. Сейчас дерево, дерево ищет. Почти получилось. У Линка есть ульт, потратит или нет? А Лос тоже профессионально закрыл пацана вместе с собой. Там, кстати, уже Таура отлетают, да. Хвост нормально тут продолжает пушить. Антимаг там трипл киллы себе оформляет. Красавчик, красавчик. Но суть-то не в этом. Суть в том, что там уже скоро трон будет умирать. Ультракилл. Ну давай, рэмпейдж. Рэмпейдж, завози, антимаг. Вот же ж, вот же ж. Смайлуха здесь есть. Вот он, рэмпейдж идет. Да, и залетает Гаш. И на развороте уходит здесь Линк. И на базу. Слабый, слабый. Я побежал за рэмпейджем. Я не знаю. Антимага Саша Яша появилась. Грац его. Дазл свалил. Ну все, не будет у тебя уже рэмпейджа. Куда ты летишь вообще? Опа. Линк. Бегом, бегом, бегом. Пупей хотел плюнуть пацана, но не получилось. Эх, не ту иллюзию. Не того клона вытолкнуло. Да, тут уже трон отлетает потихоньку. Unstoppable антимаг. Красавчик. Красавчик, тащи, братюня. Ну тут все, тут уже типа минус трон. Да, все, это победа. Нави побеждает со счетом 2-0. А мы с вами... Сейчас я спрошу Faint Rush'а.